Всем привет! Всем привет! Я в ванном. Только что доехали. Я пошел посмотреть, что меня тут ждет. Меня ждет клубника. Тут созреет. Будем есть. Еще одна грядка, и вон там еще. Видите? О. Лежит, меня ждет, когда я ее съем. Вкусно. Вкуснее, чем с рынка или с магазина. Вон церковь стоит. Тут у них картошка посажена немножко. Пучок. Укропчик, ну, клубника, вон вишня, не знаю, успеет ли она созреть за неделю, пока мы здесь. Это дерево было маленьким, уже какое большое выросло. Когда я первый раз приезжал, я его до верхушки себе доставал. Да, растет, вот. А тут абрикосы, которых тоже не дождаться, наверное, будет. Да. Тут Вова ходит. Да. Тут я буду валяться иногда, наверное. Груша мне не интересует. Там можно сидеть, качаться. Да. Стихи сочинять. И, пожалуй, я сегодня схожу, наверное, душ приму. А, во. Еще земляника. Далее земляника. И никто ее не ест. Дикари. Ее ж есть и надо. А они ее выращивают как цветы. Там ее сухо. Смородина. Тоже завязалась уже. Это у нас сегодня суббота. Мы в пятницу утром выехали. В субботу к часу сюда добрались. Вон Наталья. С ней мы и ехали. А вон Джулия. Она, наверное, больше всех нам рада. Да, Джулия? Так вот. Здесь у нас теперь все забетонировано. Машин столько, что ставить уже некуда. Такой вот у него навес. Не доделал, должен был сделать дальше еще для второй машины. Ну, сказал потом, к следующему разу. Так что все в порядке. Всем привет, это снова я. Только что принял душ. Вот только что вот. Только что вот, смотрите. Замечательная лейка. Там наверху бочка. Все хорошо. Вот. На улице, сами понимаете, жара. Ну, после туши можно и, как я говорил, полежать. Конечно, можно было бы и на этой кроватки. Сейчас попробую. Ух ты! Вы не поверите, но я лежу, качаюсь. Солнце. Что еще надо? Все хорошо. Какой-то коврик мешает. Ну, это уже мелочи. Да. Это уже столько планов, столько перспектив. Мы уже едем на какое-то мероприятие. У нас у племянницы день рождения. Надеюсь, поснимать это все и вам показать. Вот. Так что
отдыхаем. Вообще, смотрите, гамак, он популярен. Туда даже инвалиды на одной ноге прискакивают, лишь бы на нем полежать. Что, тебе мешает этот ковер? Гамак творит чудеса. Нога должна зажить к среде. Если, конечно, этот человек будет себя вести хорошо. Вот, сидим, качаемся на качельке. Да. Я вот после душа. Наталья что-то не хочет пока. Так вот, качаемся, да. На заднем плане там где-то у нас церковь. А тут вот у нас еще племянник. Племянник. Помогите племяннику. Помоги, дед. Прыгай давай, тренируй прыгай, ногу. Прыгай на ноге. А где у тебя эта каталка-то, это? Скейт-то? Такая вот качелька. Я вам уже его показывал. Да. А вот тетя заботится о племяннике. У племянника нога болит, ходить не может, может только ездить. Может только ездить на скейте. Давайте посмотрим, как он это будет делать. Транспортное средство. Так. Так. Вот так вот, видали? Смотри, да, смотри, сам может, смотри. И так он катился вон до той калитки. Вот, начинается утро. Вчера не доели. Сегодня будем все складывать вот в такие трубочки и замораживать. Задание такое дали. Ты куда это хочешь? Может, их надо сушить? Компот из них свалят. День сегодня с утра солнечный.